Что сегодня делаем? Кухню. Кухню, что ли? Да, кухню. Говори кухню. Всем привет. Сегодня у нас будет кухонька. Будет она стоять здесь. Будет состоять из двух верхов и трех низов. Такая вот. По инструменту взял немножко с собой. Ну, свой стандартный набор. Лобзик, пила для ДСП, мини-УШМ, шурик, большой шурик, насадка перфоратора и патрон. Все, и тут по мелкому. Все, приступаю тогда. Так, ну что, низа я собрал. Сюда фальшик зарезал. У меня кусочек остался, так как фальшик чуть больше, чтобы можно было играть с полами. Он 600-й. А здесь будет стоять вот эта вот микроволновка. И сверху зазор 3 сантиметра. Ну, это можно подрезать. И можно ее сюда будет поставить. Чтоб тут, ну, я посмотрю, может, ЛДСП сюда. У меня там поперечины остались. Так как варочная будет. Уголки прикрепил. Дверку я сразу поставил, так как разметки нет. Чтоб можно было сразу выставить. Ее сейчас буду снимать. Ящики тоже на проверочку. И вот такой у нас моментик. Вечная борьба с электриками и сантехниками. Вот я вот поражаюсь. Вот нельзя было краники нормально поставить вверх. У нас шланги. Шланги все штатные, короткие. Вот. И в таких вот положениях у нас вот хватает его, да, если оно будет. А с такими вот положениями, сейчас я чуть-чуть, вот как сантехники планируют, то есть он должен идти с большим запасом, чтобы сильного перегиба не было, или у нас выходит перегиб. Вот это вечная проблема, особенно с посудомойками. То, что выводят все за посудомойку. На тот вопрос одному сантехнику я задал о том, что зачем под посудомойку, если посудомойка полностью к стене. Говорю, ты ее вообще устанавливал? Нет. То же самое, когда у нас идет духовой шкаф, пытаются влепить сюда розетку. А чаще всего в фабричной мебели у нас идут модули 54, где-то 55 по глубине, а шкафчик 55,5. 55. То есть он впритык, там резетку никак не поставить. Все, сейчас столешницу ставлю. Сюда уголки не стал крепить, так как здесь закрепится. И они будут мне мешать вырезать подмоечку. Пока мне все вот так вот вырисовывается. Так, ну что, уже вечер. Так, столешницу мне попросили вытащить больше. Вдруг там модуль будет стоять. Здесь фальшик у нас. Так, это я демпфера понаклеивал. Так. Микроволновая печь, духовая печь, там куча режимов. Вот эту планочку с фальша я ее сюда поставил. Вроде так поинтереснее стало выходить. Сюда ручку не ставил. Я сделал типон. На, типон. И пружинки я пообрезал. Как обрезаются пружинки, рассказывать не буду. Кто знает, тот знает. Кто не знает, лучше покупайте. Беспружинные. Так, по этой фабрике полочки не было. Я полочку вырезал. Полочку вырезал. Здесь подмойку. Он шел как бы не подмойку. Полочка с отсюда. Все, плинтус поставил. Вот такая у нас кухонька. Это еще не доделано. Так как еще на этой стенке буду завтра делать. И по подключениям все трубы натянул. Ну, как натянул, трубы подтянул, чтобы не в натяжку было. До канализации не хватает 7 сантиметров. Лучше я уже кусочек трубы доберу и подключится все по-нормальному. На сегодня все. Цоколь поставил. Да, на сегодня все. Завтра будет уже доделка. Водичку. Подключил. Так, рейлинги поставил. Такие вот маленькие.
здесь вылить столешницы больше. В дальнейшем может модуль добавиться. Я не стал ее резать прям по краю. Оставил. Все сделано как нужно заказчикам. Здесь трубы все прячутся. Здесь у нас в дальнейшем вытяжка на 400. Ну, здесь у нас большой ящик, здесь маленький. И большой отсек. С моего все договорено с заказчиками. С моего, что я от себя сделал, это вот эта вот планка. И закрепил микроволновку, чтобы она не гуляла, чтобы она стояла. И туда уже не отъезжала. Все. Газ я не подключаю, так как это газовая служба должна делать. Но здесь я воду подключил. Сюда вот ручку ставить не стал, потому что как-то некрасиво. Выходит, я поставил типон, ну и пружинки пообрезал с петель. Уже рассказывал. В принципе, все. Такая вот мини-кухня получилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте.